Так. Значит, сейчас я расшарю экран и расскажу кратко, что такое DaVinci, как вообще оно устроен, сам принцип программы, с чего начинать и куда-то кликать. Вопросы по ходу задавай. Я не самый большой специалист в DaVinci, но я сейчас нахожусь на таком уровне, когда я еще понимаю проблемы начинающих, но еще не до конца как бы погрузился. Ты еще не перешел на другой уровень. Да, когда ты находишься очень глубоко, ты вообще не понимаешь, что людям непонятно, ну что тут может быть. Да-да-да. Что они вообще не понимают? Да-да. Вот я понимаю. Идиоты. Поэтому мне кажется, что пока я еще настолько сильно не провалился, попробую. Мне кажется, что я могу как бы снизить порог страха. Итак, сейчас я расшарю экран. Да, все, хорошо. Значит, смотри, запускаем DaVinci. Вот справа, у меня справа в этом самом иконочка на панельке. Вот, а программа довольно тяжелая, то есть она требует ресурсов компьютера, потому что она дико мощная, и, в принципе, железо ей нужно получше. Но, с другой стороны, работает на любом более-менее нормальном железе. Может быть, не так комфортно, как Final Cut в плане скорости, но работает. Я вижу пока только DaVinci. Все. Когда ты запускаешь DaVinci, у тебя возникает окошечко создания проекта. То есть либо открываешь старый, либо создаешь новый. Это ты уже прошла этот этап, наверное, да? То есть нужно... Нет, давай создадим новый. Да, вот я тебе говорю, что создаем новый проект. Да, create new project, да. Да, я назову его этот самый экскурсия по DaVinci. Result, если быть правильным. Great, все, создаем. Значит, что перед нами есть? Самое главное, это нижние закладки. Медиа, кат. Да, вот я по ним пошарилась. Ага. Я тебе расскажу, для чего они. Медиа, кат, edit, fusion, color, firelight и deliver. В принципе, они отражают схему нашей работы. То есть мы начинаем с импорта медиа, потом мы его обрезаем, потом мы монтируем. Fusion — это сложные вещи, связанные с всяким композингом, с 3D-морфингом и так далее. В общем, это тебе не нужно точно совершенно. Пропускаем. Да? Color — это мы работаем с цветом, соответственно. Это самое важное. Да, самая важная, самая интересная закладка и все самые профессиональные инструменты. Firelight — это работа со звуком. Ну, то есть там микширование, дорожки, эффекты всякие, там, знаешь, реверберации. Ну, полноценно. Вот можно было бы и нажимать на эти кнопки. Вот. А я понажимала. Да. А Deliver — это, ну, собственно говоря, экспорт. То есть, когда мы экспортируем отсюда, в Deliver. То есть, последовательность, вот как она нарисована, так и нарисована. Но тут есть вещи, которые лишние, на самом деле. Вот медиа и кат закладки, они, в принципе, не нужны. Ну, скажем так, они нужны... Как же обрезать? Сейчас покажу. Все, что есть в меди и в эдите, все есть, и в кате все есть в эдит. То есть все то же самое. В кате некоторые вещи делать удобнее, там можно сравнивать два разных видео, там можно как-то сложно их там накладывать. Ну, это просто для более продвинутого, скажем так, подготовительного этапа монтажа. Но если ты нажмешь на закладку edit, то ты увидишь слева, у тебя будет написано media pool, да? Вот, медиа такой. Это то же самое, что медиа внизу, то есть просто оно маленькое в этом окошечке. Ты прям сюда можешь сразу экспортировать. Чтобы управлять работу, вот просто я советую медиа и кат, то есть первые две закладки вообще забыть на них пока что, про них. Они особо не нужны. Начинаем сразу с эдита. Здесь мы всасываем сюда файлы. Мы здесь, вот как ты делаешь? Сейчас покажу. Здесь мы их расставляем, обрезаем и делаем монтаж. Мы здесь работаем с уже импортированными файлами. Проще всего импортировать. Сейчас я тебе покажу, как ты будешь удивлена. Сейчас я открою. Вот так, в таком варианте. Значит, я просто иду в папку, где есть мои файлы. Например, у меня есть папка Footage. Здесь есть какие-то файлики. Ну, допустим, это будет... Ну, пускай будут эти три файла. Вот. Это вот мои видео. Ты экспортируешь, а если у меня есть целая папка, которую я готова экспортировать? Вот, ты выбираешь просто в этой папке все файлы Command-A, и все. И перетаскиваешь их вот сюда, вот на дорожку. Все. А, вот просто перетащить и все? Да, и все. На какую дорожку можно еще раз? Так. Сейчас я тебе покажу. Убираем. Еще раз. Выделил файлы в папке. Да. Вот здесь вот наша монтажная дорожка, вот где тайминг начинается с 00:00.
Вот. Слушай, но они же будут не в таком порядке, в каком я их перетащу. Они будут в порядке, связанных с именем файла. Ты можешь сделать так. Ты можешь перетащить их вот сюда, вот в медиапул сначала. Вот, да. А потом их туда... Отсюда уже по одному таскать в нужной последовательности. Можно вот, так? Да. Вот и так можно. Вот я сейчас взял, растащил, смотри, вот все три штучки, да? Ага. Ну, то есть их можно перетащить вот слева, вот сюда, в это поле. Да, да. То есть у тебя есть медиапул вот, вот здесь вот. Это те файлы, с которыми ты работаешь. Ты их можешь затащить сюда через медиа, тут ты можешь походить по директориям там и так далее. А можешь просто перетащить в это окошко, и все, это гораздо проще. Но для начала точно это все не нужно. Я до сих пор не пользуюсь ни медиа, ни катом. Я прям сразу в Edit все делаю. Ага. Вот. Вот мы перетащили их в медиапул. Если нам нужно добавить, опять-таки перетаскиваем вот сюда вот. Ага. Дальше мы их расставляем. И, собственно говоря, принцип работы. Смотри, здесь есть две дорожки сейчас у нас. Звуковая внизу и видео вверху. У двух файлов, у первых двух файлов нет звуковой дорожки, они без звука. Вторые. Если нам нужно подложить еще одну звуковую дорожку, мы вот здесь вот правой кнопкой мыши кликаем Add Track, создать трек, ну там стерео. И опять-таки мышкой перетаскиваем какой-нибудь файлик MP3 вот сюда вот. И он также появится здесь. А если, например, я хочу от этого видео взять только звук? Тогда смотри, тогда ты берешь, вот, допустим, вот этот наш... Ну, здесь масштаб меняется, кстати, вот она тоже достаточно простая вещь, но удобная. Масштаб. Вот, ты выбираешь это видео, кликаешь на нем. Правой кнопкой мыши у тебя стоит галочка Link Clips. То есть у тебя эти две дорожки, они залинкованы между собой, они связаны. Ты их будешь таскать, они будут неразрывно таскаться. А если тебе нужен только звук, ты берешь и разрушаешь эту связь, галочку убираешь. Теперь, ты можешь, теперь они две отдельные. Они отдельные, ты можешь его удалить, ты можешь его как бы скрыть. Если ты не хочешь, чтобы оно у тебя проигрывалось, буковку D нажимаешь, и у тебя клип становится черным. Он просто не участвует в процессе. Есть как бы на дорожке, он не участвует. Например, мы можем взять и этот клип сверху положить, то есть создалась еще одна дорожка видео. То есть вверх у нас дорожки одна на другой, как слои в фотошопе, короче. Вот. Я могу ее отключить, включить, эту верхнюю дорожку. И здесь у нас... то есть я могу отключить всю дорожку целиком, а могу отключить только клип. Всю дорожку это вот здесь кликаем. А клип это буковкой D, ну, disable. Вот, смотри, допустим, я могу их смешивать, как в фотошопе. У каждого клипа, когда ты выбираешь, справа есть атрибуты, здесь справа. Вот здесь, видишь? Если я выбираю клип, верхний, например, у меня вот здесь есть режим наложения, как в фотошопе. Какой хочешь. Где? Смотри, ты выбираешь клип. Я мышь потеряла. Вот, ты выбираешь клип, и вот справа у тебя колонка, вот инспектор называется, она может быть отключена, ты можешь включить. Колонка инспектор. Нашла. Это атрибуты твоего, собственно говоря, клипа. Вот ты здесь можешь выбрать режим наложения. Допустим, оставить его норму. То есть считай, что это как фотошоп у тебя. Вверх слои. Ты можешь делать, например, смотри, полупрозрачность. Видишь, у нас проявился один клип из другого. Это полупрозрачность. Ты где мышь была? Я не поняла. Вот, opacity. Opacity. Полупрозрачность. Вправо. Вот я сейчас ее двигаю. Видишь? Нет. Нет, я вижу, что прозрачность меняется, а где мышь, я не вижу. Мышь, вот справа, правые колонки. Инспектор. Инспектор. Первая группа параметров, композит называется. Вот, она просто закрыта нашим с тобой. Я ее в сторонку. Наши милиции. Можешь в сторонку отпустить. Соответственно, вот мы можем менять режим положения, мы можем здесь что угодно делать, и более того, мы это можем во времени анимировать. То есть мы можем сделать так, что во времени у тебя вот это, как бы я начинаю погружаться сейчас в избыточно глубоко, но просто как заметку на будущее себе имею в виду. Вот эти вот справа кнопочки, кейфреймы, через них можно автоматизировать. То есть, допустим, я тебе говорю, что вот там, где я сейчас нахожусь, да, вот у меня двигается клип, вот там, где я сейчас нахожусь, у меня должна быть прозрачность 100%, нажимаю кнопочку красненькую, зафиксировать. А потом перевожу вот сюда вот и говорю, а вот здесь вот у меня должна быть прозрачность 0%. 50%. Фиксирую, ну, допустим, 50, да, фиксирую и перевожу 50. Теперь у меня между этими точками, между этой и между этой, я буду проиграю, у меня будет плавно меняться прозрачность.
Вот, но это не для того, чтобы микшировать клипы, это я тебе проще покажу. Ну, в смысле, между собой микшировать различные куски видео гораздо проще. Это как инструмент. Это просто как инструмент, который ты можешь анимировать все, что угодно. Ты можешь анимировать зум, да, то есть увеличить приближение. Ты можешь анимировать позицию лево-вправо. Ты можешь анимировать повороты какие-то. Вот. Или не анимировать, просто вот так повернуть и все. Ты можешь там сдвигать. Ты можешь делать кропы. Вот есть, вот если кроп сделать, там слева кроп, справа кроп. Ты можешь делать динамический зум, ну, приближение к процессе видео. Ну, его проще вот через этот вот зум анимировать. Вот. Ты можешь делать стабилизацию видео. Короче, все, что угодно здесь можно сделать. Все это классно очень работает, но это уже углубление. Я сейчас я про саму суть для начала. Вот. Так, давай закроем все лишнее, чтобы не мешало нам. То есть это слои фотошопа. Что такое вот эти вот файлики? Они называются в терминологии DaVinci клип. Значит, очень прикольная и важная вещь для понимания, смотри, что клип состоит из фреймов. Фрейм – это одна… Давай я максимально увеличу сейчас, покажу тебе, что такое фрейм. Фрейм – это вот здесь курсор стоит и здесь стоит курсор. И вот то движение, которое произошло между ними, это, то есть, видеоролик – это последовательность фреймов. В одной секунде какое-то количество фреймов. Вот стандартное разрешение – это 24 фрейма в одной секунде. Смотри, у меня есть тайминг стоит, вот 31 секунда, 0-0 фреймов. Вот 31 секунда, 0-0 фреймов. Я могу вот сейчас отлистать, смотри, 31 секунда – первый фрейм, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, короче, до 24, и после 24 будет уже следующий. Опять 0. 20, да, 23, потому что 0, начинаем с нуля. Поэтому 23 – это последний фрейм в этой секунде. А дальше начинается следующая секунда. Вот. Это очень важно, и потому что ты можешь делать дико точный монтаж, если ты будешь листать влево-вправо стрелочками обычными. Влево-вправо стрелочкой. Ты можешь прям до фрейма все вот регулировать там, как хочешь. То есть, вот, допустим, ты поставила курсор, да, ты точно его подвела, вот именно здесь я хочу отрезать, например. И выбираешь клип, видишь, красным выбраны разные клипы, выбираешь клип, который хочешь отрезать, и набираешь комбинацию клавиш Command обратный слэш. У тебя порезался клип вот прямо в этом месте. А Command... обратный слэш, который справа под делитом. Там, где ее? У меня нет русских букв, поэтому не могу сказать ее. Наверное, да. Ну, слэш в обратную сторону. Да. У меня ее. Ну, наверное, да. То есть Command обратный... Я сейчас тебе главные комбинации клавиш говорю, которые тебе самые прям на старте нужны. Command обратный флеш – это разделить клип. Вот. Вот я его разделил, у меня теперь два клипа. Я могу этот отодвинуть, клип первый, да? И между ними что-то другое вставить. Вот. Как я могу поменять длину клипа? О, кстати, да, у меня был такой вопрос. Вот. Как часть вырезать. Да, если ты их вместе оставишь, то ты не заметишь этого разреза. Да, да, я поняла. Стык в стык у тебя идет. Вот здесь ты можешь их разъединить и между ними ставить картинку. Ну, допустим, да, фотографию вставим. Идем, любую фотографию. Ну, вот у меня есть какой-то скриншот. О, смотри, какая прекрасная фотография. Вот мы хотим вставить. Мы точно так же хватаем, смотри. Слушай, а можно еще раз? Вот как ты быстро так вызвал вот этот... Command Tab, переключение между всеми программами, которые у тебя запущены. Command Tab, я переключился. И тяну фотографию на то место, в которое я хочу ее вставить. Но прикол в том, что фотография у нас имеет длину один фрейм. Поэтому увеличить, чтобы ее увидеть. Видишь? Вот она, эта фотография. Вот. А как ты ее увеличил? А вот. А, ну, просто плюсик. Масштаб, вот масштаб, видишь? Вот. Масштаб я увеличиваю. Не, я увеличиваю масштаб тайм-линии. Это называется тайм-линия у нас. Вот основная монтажная линия. Вот я увеличиваю, но мне нужен не один фрейм, а несколько. Поэтому я беру за краешек и расширяю сейчас. Как мне надо. Ну, допустим, тайм-монтаж. Вот отсюда мне надо, вот до сюда. Да? Вот у меня теперь, смотри, как будет видео проигрываться. Play. Нажимаем этот самый пробел. Ага, вот, видишь, мы вставили видео. Причем мы вставили так, что эта картинка легла поверх нижней. Если бы нам нижнюю выключить, то мы бы пошли в нижнюю, в этом же курсор поставили. Кстати, вот этот магнитик, он
примагничивать курсор вот ко всяким этим отрезанным краям. Очень удобно. Вот этот магнитик надо, чтобы... Uh-huh. Вот, поставила сюда курсор, выбрала этот клип и команд-табуляцию сделала. Теперь здесь команд-таб. То есть ты вырезала центральный кусок и делитом его прям удалила. Command-Tab — это вот эта стрелочка, которая как бы в обратную сторону, да? Command, я неправильно сказал, не табуляция, да, Command — обратный слэш. Я... А, Command — обратный слэш. Да-да-да, uh-huh. Оговорился. Вот, тогда мы сейчас, смотри, вот прям взяли и вот так сделали. Теперь мы хотим, чтобы это было плавно. Тогда мы берем, uh-huh. берем и тащим не вот за краешек, смотри, вот здесь, да, вот за краешек я могу тащить клип и увеличивать его длину. Я могу, кстати, обратно вернуть. Потому что то, что ага. я вырезал, оно никуда не делось, оно просто не показывается. Вот я могу обратно вернуть. Соответственно, вот я не за этот краешек берусь, а за верхний, за самый-самый верхний, видишь? Угу. И тяну его влево. И это у меня будет плавное снижение этой самой, смотри. Сейчас. А, у меня вот здесь этот мешает. Не там взял. Мы вот здесь хотим, вот у этого клипа мы хотим, вот у этого. Сделать снижение. Мы вот ведем влево курсор, и у нас будет плавное затемнение, видишь? А вот если здесь я возьму и потяну направо, то это будет плавное, mm-hmm. плавное как бы из ниоткуда. Вот. Ну, это получилось, что мы сделали там какой-то фрейм моргнул какой-то. Слушай, ну да, вот я тебя про переходы как раз спрашивала. Да. Это то есть, переходы. Вот это вот как раз клевый переход, а когда какие-то крутые переходы, мне не нравится. Вот у меня сейчас просто внизу там моргает вот этот вот из полупрозрачности, вот отсюда из полупрозрачности. Ага. Я просто сейчас его уберу, чтобы он не мешался, нижний клип. Вот, mm-hmm. и вот получилось просто плавный переход, видишь? То есть ты потянул просто за верхнюю... Да, за краешек. За краешек, ага. Здесь также сделаем, между этим и этим. Вот, это мы, значит, плавно затухаем. А видишь, у меня здесь, когда я влево ага. тяну циферки 0,0,0,7, да? Да. 0,8, 0,10. Это количество фреймов, на которых я, ну, которые будут участвовать. Я хочу, чтобы, допустим, одну секунду у меня затухало, да? Тогда я должен mm-hmm. до 24 фреймов. Вот, 20. Mm-hmm. Это одна секунда. Mm-hmm. И в эту сторону я тоже делаю одну секунду. Ну, это обычно полсекунды делают, но я просто тебе показываю. Uh-huh. Секунды 12 фреймов. Вот, хоп, mm-hmm. секунды. И вот теперь у меня, смотри, секунду затухает, секунду появляется новый клип. Все как бы. Проще простого. Mm-hmm. Я тебе сейчас дал, все рассказал про монтаж. Двигаешь длину клипа слева-справа, ты делаешь плавное затухание, если нужно, вот с помощью верхнего уголочка, и ты можешь обрезать эти клипы, разлинковывать их можешь между собой, если тебе нужно отделить звук от видео, и можешь их в нужном тебе месте обрезать, поставив курсор, выбрав клип и команд обратный слэш. И нужно удалить. Все. То есть обрезать команд обратный слэш, это мы тренируем память, называется. Как это забыл? Можно вот на это лезть. Забыл ключи, побежал с ключами, память тренировать побежал. С помощью лезвия вот этого вот, ну это все дополнительные моды, которые ты потом со временем... Да, слушай, тут вот сколько-то, какой-то панель инструментов какая-то совершенно безумная. Это космолет, да, Винчи, понимаешь, что там все что угодно можно сделать. Я тебе поэтому и показываю, что тебе все это пока не нужно. Ну и я сам тоже редко пользуюсь. Прости. Мне надо просто вот видео собрать в каком-то смотрибельном варианте, чтобы это было интересно смотреть. Вот. Ну, если можно покрасить, давай покрасим. Да, я сейчас тебе расскажу про покрас. Но тебе, в принципе, даже, наверное, две дорожки будут. Тебе зачем две дорожки? Ты все на одной монтируешь, да, вот мы сейчас удаляем. Да, я буду все, конечно, на одной, я с ума сойду с двумя. Единственное, где тебе может потребоваться вторая дорожка, если ты хочешь ставить надпись. Она вставляется тоже очень легко. Вот слева у меня есть панель, которая называется Effect Library. Вот она вверху включается. Mm-hmm, да, я вижу. Ты ее можешь включить, выключить. Я включил ее, и здесь есть такой, значит, в тулбоксах. Есть титлы, ну, то есть тексты. Вот, ты выбираешь. Ну, там есть разные эффекты, всякие различные там. Ну, короче, не эффекты, там не только эффекты, но ты можешь здесь создать там, допустим, какие-нибудь градиенты там. Тебе все сейчас пока не надо. Тебе нужно выбрать mm-hmm. titles и текст. Вот текст. Прям мышкой тащишь сюда. Вот у тебя будет текст, да? А текст он будет... А, сверху будет, да. Вот это как uh-huh. в фотошопе у тебя. Если ты его вниз поставишь, то он тебе... Вот я сейчас вообще, видишь, только uh-huh. заменил. Вот. Текст. Соответственно, текст ты можешь вот здесь написать, что там, что мы там напишем, экскурсия, да,
Мы можем его выделить, изменить его шрифт, потому что Times, конечно, плохой шрифт. Я очень люблю Dean Condensed, например, для видео. Сейчас мы его выберем. Какой? Dean Condensed, вот. Ага. Для видео. И я могу изменить его положение. Ну, во-первых, я могу изменить его параметры, как обычно, мы с текстом работаем. Да, да, да. Ну и главное положение. То есть мне надо его вниз. Поэтому я беру вот эту position и тяну вниз. И вот его поставил сюда. Теперь мне надо, чтобы он плавно появился и плавно исчез. Соответственно, я узнал уголочек. То есть это видео, текстовое видео. Уголочек тяну сюда, уголочек тяну сюда. Вот мы получили то, что хотели. Сейчас. Ну, вот как бы и все. Все, что тебе может пригодиться в ближайшее время. Ну, и в конце, соответственно, нашего клипа, в самом конце, например, да. Мы можем... Его же надо потом выгрузить. То есть его надо в каком-то формате записать. Я сейчас имею в виду, что мы я тебе дал основную информацию по вкладке Edit. То есть о том, как импортировать клип, как его смонтировать. А дальше я сейчас расскажу про цвет и про delivery. Вот. Ну, в конце можно вот на нет свести, допустим, 3 секунды, да, пускай у нас в конце будет плавно уходить никуда. Все. И, кстати, то же самое со звуком, чтобы звук плавно уменьшился, то же самое. Берем у звука и вот так вот здесь вот. И вот так вот сворачиваем, как бы уголочек просто. Уголочек заворачиваем, да. Он у тебя будет там, и звук тоже будет уходить плавно. Прикольно. Все. Это простейшая штука, она очень сильно пугает всех, что... Ах, блин, да Винчи, это какой-то космолет. Нет, слушай, мне пока про простейшие штуки, вот я вот это вот все вижу, и мне пока про простейшие штуки говорить не надо. Ну как, если ты сам принцип поймешь, то дальше ты, ну я именно это и хочу, да, чтобы ты принцип, да, чтобы ты не тыкалась в ненужные тебе вещи, не тратила время. Сам принцип, а дальше ты уже сама будешь, поймешь быстро, там, как куда-то кликнешь, если ты принцип понимаешь, допустим, ты сейчас не запомнил, где это вот увеличение, приближение, например, да, любого места, в смысле любого клипа. Но ты понимаешь, что есть у тебя инспекторы, там... Я пока запомнила Command Slash. Да, да, это главное самое. Command Slash — это для того, чтобы обрезать, правильно? Да, да, это практически больше ничего не надо для монтажа. Даже если ты обрезала, раздвинула... Ты всегда можешь потом обратно его... Ну, то есть ты обрезаешь и дергаешь за края, и с помощью этого ты можешь делать все, что угодно, любую последовательность выставить. Вот. В принципе, наверное, про закладку Edit это основное все. Все остальное, что тебе потребуется, просто там я тебе отдельно расскажу, там, допустим, стабилизацию как сделать, но это сейчас не нужно тебе пока. Fusion мы пропускаем, потому что это композинг, короче, сложный. Он нам не нужен просто в принципе. Вот, переходим к закладке Color. Вот смотри, давай сейчас все лишнее уберем. Давай. Вообще все уберем, как будто бы мы только начали работать. Я опять иду в свои видосики, вот, допустим, я их... А, они у меня уже здесь импортированы. И фотография тоже. Ну, вот я взял, импортировал сюда последовательность. Я ее подвигал, я там что-то с ней сделал, обрезал, поставил, допустим, это после этого, это сюда. Это покороче. Ну, в общем, сделал монтаж какой-то. Вот. Здесь там всякие переходики сделал. Все, что надо. Теперь мне нужно покрасить. У меня есть 3 клипа. 1, 2, 3. Когда я перехожу во вкладку Color, я их вижу вот 1, 2, 3. Все эти 3 клипа. Они у нас уже не в виде таймлинии, а в виде просто вот тех картинок, с которыми мы будем работать. 1, 2, 3. Мы можем увидеть тайм-линию, если включим, где-то здесь есть кнопочка специальная. Так, это клипы вот вверху выключает. Ну, где-то есть кнопка, которая может дополнительно еще включить, я просто не пользуюсь и не помню. А, вот, вид. Нет, не вид. Ну, не помню, ладно. А, вот, таймлайн. Вот, видишь? Вверху, рядом с медиапулом. Если я нажму, то я кроме клипов еще и буду видеть в очень скомканном виде нашу таймлинию. V1 это видео канал 1 вот слева, V2 второй. И вот наши клипы. 1, 2, 3. Ну, мы их не монтируем здесь. У нас уже монтируем. Поэтому смысла в ней нету в этой линии. Потому что она не нужна здесь. Да, не нужна. Просто таймлайн убираем. Вот, допустим, ну и дальше, соответственно, мы работаем. Ты будешь работать с картинками вот такого типа, потому что это лог-файл, который надо расшифровывать, это уже следующий уровень. Ну, это как
Мало того, что лог, это еще... А, нет, это не лог, это Apple ProRes. Но нет, но лог. Тем не менее, это лог. Ты будешь работать с файлами, снятыми, наверное, обычным образом. Это файлы... Айфоном. Паш, айфоном. Это REC 509. То есть это обычный, ну, считай, что просто обычная картинка, которую можно сразу уже обрабатывать. Ее не надо никак дополнительно готовить. Вот именно так снят этот шот вот этого, с этим мужиком. Да, REC 709. Вот дальше. Ты делаешь коррекцию так же, как ты делаешь ее для фотографии. Вот у тебя кривая перед тобой. Вот ты можешь... Чего хочешь сделать. Да, я уже ее увидела, да. Вот, но здесь есть инструменты, так, двойной клик убирает эту самую. Здесь есть инструменты, которые тебе, конечно, сходу не будут понятны. Это лифт, гамма, гейн, это основные инструменты. Ну, смысл в том, что лифт — это глубокие тени, гамма — это средние тона, а гейн — это яркие оттенки. Я уже вижу какие-то, я не знаю, круги на какие-то. Да, но это колеса, wheels, color wheels, цветовые колеса. У меня, кроме того, я не знаю, сейчас ты увидишь или не увидишь, но у меня они в живом виде есть. То есть железка. Я когда железку кручу, то эти колеса крутятся. Это уже, если ты погрузишься в этот процесс, приобретешься как железку. Надеюсь, нет. Надеюсь, не до такой степени. Вот. Соответственно, здесь мы можем вот отдельно тени притянуть, присветлить. Видишь, я кручу это колесо вот это вот. То есть здесь есть круговое колесо, а есть еще вот такое. Это понятно. Это колесо только яркостью управляет. Это вот. Ясно. Нижнее перпендикулярное. Вот здесь вот это кинуть все в ноль просто. Вот. Ну, вернуть к параметрам по умолчанию, чтобы без воздействия. Обнулить, да. Гамма — это, соответственно, мы на средний тон воздействуем. А гейн — это мы воздействуем на яркие света. Но, в принципе, то же самое все можно сделать кривой. То есть примерно так, что это вот здесь мы... то есть лифт — это примерно вот здесь мы воздействуем, гамма — примерно вот здесь вот воздействуем, и этот самый гейн — примерно вот здесь воздействуем. Вот здесь, ага. А офсет — это мы воздействуем на все сразу одновременно, то есть как-то вот типа вот так вот примерно. То есть сразу. Вот. Тут есть, вот если на точечку нажать, есть дополнительные инструменты, их очень много, колеса бывают двух типов, не парься. Пока не парься, все, что нужно знать, это вот отдельно тени, отдельно средний тон и отдельно яркость. Я тебе скажу, что большинство как бы коррекций чаще всего этим и заканчивается, таких базовых. Что нам еще есть потребуется? Смотри, вот здесь явно зеленая картинка. Я хочу баланс белого, да, поправить, да. Ну, чтобы зелень убрать. Вот здесь внизу, в самом низу, есть кнопочка 2. Это вторая закладка. То есть на одной панельке не уместились инструменты, поэтому можно перейти во вторую. Температура. Я ее хватаю, веду влево. Вот она у меня, видишь, я убираю. Ну, я убираю сейчас желтую. Вот, я хочу зеленую убрать. Значит, тинт надо мне подергать, скорее всего, в другую сторону. Вот в эту. Ну, в принципе. Ну, суть ясна. Да, суть ясна. На самом деле, в данном случае нужно и то подвинуть. И тинт, и эту самую. Чтобы посмотреть, как было, как стало, нажимаешь Command D. Запиши мы для себя здесь 5 листочек. Если у меня еще была... Я тебе пришлю в Телеграм. У меня есть ручка, но нет бумажки. Ну, короче, Command-D. Command-D. Вот. У тебя, видишь, вот здесь вот, это называется нода, вот это вот то, что я сейчас двигаю. Вот. Она у тебя как бы, ты работаешь в таком состоянии, а если нажимаешь Command-D, она у тебя выключается просто. То есть это воздействие, оно не применяется. Этих нод может быть много. То есть я, допустим, в этой ноде я баланс белого прибрал, вот, я могу создать новую ноду правой кнопкой мыши, нажимаешь Add Node, добавить ноду, и просто обычную ноду. В этой ноде я могу там, не знаю, кривые подвигать, да, то есть разделить могу. То есть это как, получается, как слой? Нет, не как слой, это последовательность, именно последовательность. А потому что, почему это последовательность? Потому что слои — это вообще отдельная тема. Сейчас. Последовательность. Что ж такое-то? Слои, для слоев есть... То есть эти ноды, они могут быть параллельными, понимаешь? Я могу создать вот здесь вот еще одну ноду, вот здесь вот, и направить сигнал на нее, а потом его смикшировать с помощью микшера справа. То есть это уже такой, ну вот, допустим, лейер-миксер, вот. Как ты вызвал этот инструмент? Правой кнопкой мыши.
Правой кнопкой мыши. Да, добавить ноду. Ноду то есть бывает... ты вошел в это поле и нажал правую кнопку мыши. Да. Вот направо, на этом поле, которое называют структура нод, она называется. Вот ага. Здесь включается, выключается вот это вот поле. Ну, этот блок интерфейса. А, вот ноут. Да, ноут. Я могу нажать правую кнопку и могу добавить несколько типов нод. Корректор — это цветокоррекция, обычная нода. Вот. Mm-hmm. Бывает несколько других типов нод. Но одна из них — это layer mixer. То есть это нода, вот сейчас, вот такая нода для того, чтобы микшировать сигнал. То есть я, например, могу... Mm-hmm. Сейчас я подвину. Я, например, могу... Вот у меня было входящее изображение. Я его разделил на две ноды, а потом mm-hmm. я его... Сейчас смикшировал с помощью этого миксера. Пипец вообще. Да, вот так вот. Ну, то есть я это к чему говорю? Ой, неправильно. Вот так вот. И вот в этом случае, ну, точнее, вот так вот будет. Боже, как сложно. Не сложно. Это тебе не фотошоп. Это не фотошоп, это гораздо круче. Слушай, я даже согрелась, Паш. Ну, ты просто спросила про слои, поэтому ага. я тебе пояснила, что вот в этом случае вот эти две ноды, вот это и вот это, вот эти вот две, в этом случае это будет, к ним можно относиться как к слоям. Но ага. они возникают, эти слои, после, вот, то есть на этапе обработки, которая следует после этого. Эта обработка применяется ко всему изображению, а потом мы добавляем две обработки, которые между собой смешиваем определенным образом. И вот здесь то, что внизу, то главнее, как будто бы в фотошопе вверху. Ну, так устроен Da Vinci. В общем, сейчас пока не парься этими нодами. Вот ты открыл, у тебя по умолчанию уже есть одна нода, и ты можешь сделать основную коррекцию. Ну, обычно что там, светлее, темнее, баланс белого. Дальше я предлагаю на этом этапе не грузить. Ну, в принципе, конечно, да, понятно, что грамотная коррекция крутая, голливудская, значит, мы должны добавить ноду Дехансера, вот, собственно говоря. И вот здесь... Знаешь, ты мне пришлешь еще ссылку, я уже Дехансер скачаю. Потом попробуешь. Я тебе предлагаю пока без Дехансера. Тебе сейчас нужно освоить основное, а потом... Нет, я имею в виду вообще. У меня просто он на другом компьютере стоит, а вот на этом у меня нет Дехансера. А, ты про десктоп говоришь? Ну, я тебе пришлю ссылку, да, но мы его не поддерживаем давно уже. Но, тем не менее, он там как-то работает. То есть, мы закончили цветокоррекцию для этого клипа. Взяли другой. Mm-hmm. Вот у него цветокоррекция. Мы можем скопировать отсюда эту обработку, Ctrl-C нажать. Прийти сюда, нажать Ctrl-V. И у нас вот она скопировалась. Ну, просто она применилась к малоконтрастной картинке. Чтобы она применилась к следующему клипу, правильно? Да. Или, допустим, вот здесь вы взяли Ctrl-C, ну, или там правой кнопкой мыши. А, нет, тут такого нет. Ну, просто Ctrl-C нажимаешь, Ctrl-C, Command-C, не Ctrl, а Command-C, переходишь в следующий клип, нажимаешь Command-V. И опять-таки эта обработка применилась. Но здесь не очень хорошо видно. Давай мы сейчас, чтобы было видно хорошо. Это применится именно обработка. Вот эта нода, вот что мы в ней с тобой сделали? Вот мы в ней с тобой баланс поправили. Давай сильнее поправим, чтобы было больше видно. И, допустим, мы сделали цветокоррекцию. Потом на нее надо нажать Command-C. Посветлее сделаем, чтобы было яркое изменение. Вот мы... Вот у нас было Command-D, вот стало. Вот мы такую обработку хотим применить к следующему клипу. Мы выбираем эту ноду, нажимаем Command-C, то есть мы копируем в буфер обработку. Даже не обработку, а ноду мы копируем фактически. Да. Выбираем следующую. Ну, тут же может быть несколько нод у нас, да? Вот, мы выбираем нужную. То есть надо в нее ткнуть. Ну, в нужную. Нажать Command-V. И Command-V, да, все, эта обработка применилась. Угу. Тут есть много всего, то есть там можно на самом деле сравнивать их между собой, да, то есть вот такими вот инструментами. Но я сейчас просто тебе не рассказываю, что это такое. То есть ты можешь визуально... Я запутаюсь просто, да. Да, ты можешь визуально как бы сравнивать разные шоты и один к другому сводить, но это тебе пока не нужно. Угу. Все, вот ты сделаю обработку. То есть обработка бывает с помощью стандартных вот инструментов, которые уже у тебя есть, и дополнительные справа, вот OpenFX называется, это библиотека дополнительных инструментов. Там есть все, что угодно. Блюры, всякие трансформации, генераторы цвета, там шумодавы, все, что короче, есть там.
Но это надо понимать, просто что тебе надо, и уже потом искать. Просто в DaVinci, DaVinci уже поставляет кучу своих OFX плагинов. Они уже прям... То есть, вот, вначале бы просто разобраться чисто технически, да, как-то как засунуть это... отдельно взятые какие-то файлы, сделать из них нечто цельное, и потом выгрузить в каком-то формате, чтобы это было вот, ну, вот большое сейчас, видео. Сейчас перейдем в Delivery, ты, это уже последний этап. То есть у нас Edit — это импорт и монтаж, Color — цветокоррекция, да. И Firelight мы пропускаем, это со звуком работать нам не надо. Ну, то есть ты со звуком можешь работать запросто и здесь, вот в том объеме, который тебе нужен. Ага. Вот. А если там какая-то более сложная работа, там, это тебе пока не надо со звуком. Пропускаем и идем в Delivery. То есть твои закладки три. Edit — это импорт и монтаж, Color — это цветокоррекция, и Delivery — это, собственно говоря, экспорт. Вот, а если ты подкладываешь какую-то музыку из библиотеки, то есть это тоже можно, да? То есть... И вот сюда вот, вот где Edit, у тебя весь монтаж. И звук, и видео, все здесь идет. Основной монтаж. У тебя есть MP3 файл какой-нибудь. У меня просто нет под рукой. Сейчас найду, наверное. Сейчас. Давай, десктоп. Footages. Вот у меня, видишь, есть файл MP3. Я его беру и тяну в нашу библиотеку. И уже отсюда я ставлю его дополнительной дорожкой. Вот. Соответственно, он начинает играть. Я, допустим, сделал плавный вход. Нарастает. И потом плавный спад, то же самое в конце. Вот. Ну, там это долго будет. Ну, смысл понятен. Все, до нуля как бы снизился. С видео играет, сверху там текст мы еще хотели поставить, да? Вот. То есть ты здесь сделала весь нужный монтаж, подложила звуковую дорожку, сделала надпись. Надпись ты здесь, напомню тебе, сместить позицию его, вот, допустим, по Y вниз. Вот, сделал цветокоррекцию, пробежалась, согласовала клипы, сделала там, что надо посветлее, что надо потемнее, перешла в Delivery, и ты видишь, что ты будешь экспортировать. Вот эта вот тайм-линия внизу, это что ты будешь экспортировать. Да, я чуть увеличу. Но не так. Вот, она повторяется. Это все примерно то же самое, что было до этого, немножко в разных видах. Здесь самое главное, это вот верхняя полосочка белая, вот эта вот. Это область, вот эта вот. Полосочка задает область, которую ты будешь экспортировать. У тебя может быть много разных здесь клипов, ты только кусочек хочешь, да? Хочешь вот отсюда и вот до сюда. Тогда ты должна просто привести вот отсюда, я хочу, и вот отсюда, вот и все. У тебя только этот кусочек экспортируется. По умолчанию у тебя все видео. То есть как будет вот отсюда и вот до сюда. Вот это по умолчанию стоит. Ты просто визуально смотришь, что ты экспортируешь весь объем. Задаешь имя файла, ты можешь воспользоваться готовыми настройками. Вот YouTube нажать и все, например. А да, если вот просто на рабочий стол? YouTube — это ты не в YouTube, а для YouTube. То есть параметры будут такие, которые оптимальны для YouTube. Ну, у меня там в YouTube вообще даже нет никакого ни канала, ничего. То есть это если я что-то буду показывать, то в Фейсбуке... Или... Ну, а эти пара, ну, для YouTube это считаешь, что для интернета, ну, грубо говоря. А, и, понятно. Да, если ты нажимаешь YouTube, тебе остается только имя файла забить. И, ой, экскурсия. И куда он будет сохранен? Вот на рабочий стол, да, я выбираю. Все. И дальше тебе, там есть просто очень много параметров, которые тебе не особо нужны. Просто оставляй все как есть. Нажимаешь кнопочку End to Render Queue. Это значит... Это будет экспортироваться со звуком вместе. Все вместе. То есть все итоговое видео. Если ты хочешь без звука, то ты вот мьют нажмешь эту дорожку внизу, букву M, и у тебя без звука экспортируется. Но это как бы редкий случай, обычно все-таки со звуком. Ну да, потому что звук обычно важен. Вот, смотри. Ты здесь, вот, допустим, выделила вот с этими параметрами и создала задание. Вот справа задание у тебя. На нажимаешь Start Render и ждешь.
Вот 1%, 2%, 3%. То есть все наши с тобой монтажи, все наши с тобой цветокоррекции. Mm-hmm. Вот он сейчас уже тщательно пересчитывает в итоговое видео, в качественное. Mm-hmm. Титл там появился у нас с тобой, там, только что моргнул. Вот. И на рабочем столе сейчас появится этот файл. Но почему это так сделано? Потому что ты как бы работаешь с видео, как с проектом. Вот, сейчас. Mm-hmm. Вот он, mm-hmm. наш файл на рабочем столе. Где он у нас? Вот, mm-hmm. экспозиция называется. Вот он, этот файл. Mm-hmm. Итоговый. Mm-hmm. Вот, например, здесь я бы стабилизацию вот. Сделал. Я уже вижу, да, там, в этом файле. Ну, я не вижу. Пока. А ты не видишь? А стабилизацию зачем? Нет, я не поняла, зачем стабилизация. А, ну там камера двигается, так вот чуть-чуть она влево-вправо, видишь. Короче, вот, можно. Вот сделать... я сегодня вот так вот в спортзале занималась. Можно просто более плавно это сделать. Вот. Почему тут так сделано, что ты можешь это сделать? То есть почему лишнее действие? Почему вот здесь вот слева, да, сразу не было стопки рендер? Потому что ты можешь создать много разных заданий на экспорт. Допустим, ты берешь и говоришь, а я теперь хочу тот же самый файл, только в разрешении вот не таком большом, да, не Full HD, а поменьше там. Выбираешь более маленькое разрешение. Но ты при этом не... у тебя сохраняется первое твое задание. Ты добавляешь mm-hmm. новое задание. Видишь, у тебя появилось новое. То есть у тебя первое было в полном... То есть оно будет просто одно и то же видео, просто в разных... как сказать, размер, да? Ну, может, разные форматы, ты можешь кучу разных параметров менять, можешь там менять кодеки, ну, тебе это все не парься, в общем. Ты, скорее всего, будешь работать с одним рендером. Я просто тебе объясняю, почему тут два. Вот. Mm-hmm. Когда работаешь с проектом, у тебя там, понимаешь, есть промежуточные рендеры, допустим, ты отсматриваешь итоговый, у тебя просто обработка может быть очень тяжелая, и у тебя может не проигрывать DaVinci mm-hmm. в реальном времени. А тебе нужно mm-hmm. посмотреть, что получается. Ты кусочек маленький выделил, сделал экспорт, mm-hmm. чего же в плеере. Вот. И ты в процессе работы много раз делаешь экспорт этого кусочка. И чтобы каждый раз не настраивать, ты просто выбираешь, mm-hmm. нужно тебе рендер, старт рендер, и все. Mm-hmm. Вот. А у тебя в реальной жизни вот так вот будет, скорее всего, один только рендер. Mm-hmm. Ну, я тебе как бы сейчас предлагаю не погружаться в подробности всех этих форматов. Тебе будет достаточно просто выбрать YouTube, и... Имя файла и так далее. Имя файла и add-to-render. Add-to-render, да, ну то есть мы представляем, что у нас еще не было никакого да. Add-to-render и start-render, все как бы. Uh-huh. Вот, я сейчас его остановил. Я считаю, что это оптимальная информация для того, чтобы стартовать. А дальше уже можно усложнять, если будет необходимо. Но вот то, что сейчас тебе объясню, тебе точно позволит полностью отказаться от Final Cut. Ну, для твоих задач. Я в Final Cut-то плаваю, на самом деле, потому что у меня там очень много каких-то нелогичных, неинтуитивных каких-то вещей, которые я не могу никак понять. На мой взгляд, Final Cut намного менее удобен, чем DaVinci. Тут исторически, давай я сейчас прекращу шарить экран и просто пару слов. Слушай, давай я просто, ты знаешь, что сделаю? Давай я... Значит, я запомнила, что отрезать — это command обратный слэш. Правильно? Да. Да. Command-D это включить-выключить цвет, цветокоррекцию. Command-D. Command-D включить-выключить цвет. Ну, command-V, command-C это... Ну да, копировать обработку, да. Да. Ну, это да. Тебе пока больше не нужно. Просто смотри, тут, ну, для общего понимания, исторически DaVinci это вообще была система только для цветокоррекции. Только. У нее не было ни звука, ни монтажа, это все было... Ну, как, это, ну там, сколько... да, там столько колесиков всяких разных вот было. Она существует с 1980 года, она несколько раз модифицировалась, потом ее купил компания Blackmagic Design, и ну, как бы в программном виде стали выпускать. И очень долго не было вот этих всех закладок Edit, ну, для монтажа, в общем, не было закладок. Были закладки только для цветокоррекции. А недавно они добавили монтажку. Ну, потому что, блин, зачем человеку сидеть в Final Cut, а потом переходить в DaVinci, да, когда можно все сделать в DaVinci.
Но традиционно это было недавно добавлено. Может быть, года два назад, наверное, эти вот монтажные инструменты. Народ традиционно считает, что типа DaVinci это не для монтажа, это только для цветокоррекции, монтаж мы там в Final Cut, в Premiere сделаем, еще где-то. Но на самом деле просто это консервативное такое мышление. То есть, в принципе, DaVinci намного удобнее монтаж, чем, ну, по крайней мере, Final Cut уж 100%. У нас намного проще, и я не знаю вообще, зачем нужно куда-то идти. Я считаю, что DaVinci убьет вообще рынок. Знаешь, как это? Мы будем пробовать. Да, да. Слушай, давай, самое лучшее, я думаю, будет, я сейчас запишу это видео, ну, оно записывается, да, я его сейчас выложу просто, и ты сможешь посмотреть, и наши смогут посмотреть, ну, и вообще, там, кто хочет посмотреть, может, и у тебя все... А где ты его положишь? На YouTube, например, положу. А ссылку дашь? Да, да, ссылку. Ты же не против, если твое прекрасное лицо появится на YouTube? Нет. Хорошо. Слушай, тут, правда, темень такая. Неважно. Я думаю, что мне как раз даже самому интересно, насколько вот такое объяснение на пальцах, да, для совсем-совсем вот начинающих может быть полезно. Если как бы людям понравится и скажут, что действительно полезно, я, может быть, потом еще отдельно просто, ну, сокращенный вариант запишу. Там, как урок какой-то, да, выложу, может, потом. Uh-huh. Вот, ну все, тогда значит, давай сделаем так. Я сейчас тебе пришлю ссылку в течение... Ну, вот. не торопись. Да. Ты... Я сейчас сама сначала попробую, что-нибудь туда выгружу. Ты попробуй сама, ты как бы понятно, что ты что-то забудешь. И к тому моменту, как ты захочешь вспомнить, как раз уже будет видео, и ты сможешь пролистать. Все, давай, договорились тогда. Рад был тебя видеть. Спасибо тебе, Паша. Не то, что мне самому интересно. Я фанат, на самом деле, да Винчи, и видишь, считаю, я не считаю себя профи, просто я чего боюсь уроки делать, да, потому что для профи, я объясняю, это... Не, будет... ну да, потом начнут еще камнями кидаться, что ты вот такое еще сам не знаешь, а тут давай еще всех учить. Не, я знаю, на самом деле я знаю, но я объясняю очень простым языком, я дико все упрощаю. Мне так и надо, а по мне, знаешь, по мне еще кто-нибудь, чтоб рядом сел, я бы вот это все туда складывала, мне бы еще показывали, вот делай то и делай это, вот. Мне кажется, мне кажется, ты через час тоже сможешь сделать, прекрасно. Вот с точки зрения профессионального, я как бы могу объяснить на глубоком уровне, да, какие-то уроки делать, но это тогда будет непонятно тебе. А задача конкретно вот этого объяснения, этой экскурсии, именно... Нет, мне это нужно как раз для... Вести в курс дела начинающего. Где я строю, вот для того, как айфон. Ну, типа, в общем, для меня... Хочешь, я тебе покажу наш камин. Что тебе видно, не знаю. Сейчас, смотри, давай закончим запись тогда, вот, чтобы... Давай. Да, давай, выключай. Включаю запись. Все, выключай.